что люди говорят нахуй в Дискорде, блядь, во время трая, замутьте их нахуй. Проблем вообще никаких нету, нахуй. Если вы, блядь, не тупые, вам никакие нахуй, блядь, этот. Не надо, блядь, ни анонсы, ни хуя подобного, блядь. Ты не прав, анонсы все равно нужны. Ебать, я даже ни на одного босса вашу тактику нахуй не слушал. Какая ценная сейчас информация. Ты серьезно думаешь, нам ладно, есть до этого дела? Завязывайте. Ваша информация в гильдии нахуй никому не нужна. Ладно, завязывайте. Мастер просто типа хочет выёбываться, быть лучше других. Закройте рот нахуй. Лёс, матами крыть надо, чтобы вы понимали. Вы там между собой или что-то? Да, 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 не обращайте внимания, а то у нас дружественный коллектив, стандартная нормально. Ситуация, наверное. Да, это у всех нормально. Да, я объясню вам нормально ситуацию. Я просто вам сказал, выбираем одно из двух. Либо сосать лапу, либо закрывать контент. Что вы будете выбирать? Хотите закрывать? Ходим, слушаемся. Слушаем РЛов, делаем тактику, яктику, одеваем персов своих. Все так или иначе будет у вас. И Т5, и все это говно. Не хотим, не ходим. Все, никаких проблем нет. Это просто очень все понимается. Я понимаю, ребята, что я там мог бы что-то вам там поэрелить, но я и так слишком много сюда сил вкладывал в эту гильдию. И у меня плюс 4, еще раз напоминаю, у меня сейчас 1:30 ночи. Поэтому не могу беспрерывно для вас что-то говорить. Есть такие люди, как Умора, есть разные РЛ. У нас есть вот человек, который нас да? РЛил на прошлом боссе. Вот пусть он РЛит. Вот, все идеально. Он для этого в рейде. Для этого они с нами в гильдии. Для этого мы все вместе в этом рейде, чтобы убивать. Хотел что-то умное сказать, пока два глотка сделал, забыл. Прости. Ты умная, не можешь ничего говорить. Да, давайте как-то пошутим, как-то разбавим атмосферу, потому что это слишком скучно. Мы пришли заниматься... Войт у меня чешку спиздил, ну как бы да. Войт, вот короче, сейчас пацан один звонил и придет, дебилушка наш местный, Одиссеюшка. Угу. Вот тогда вам будет видно. Тот пиздец шутки травит. Мы пришли сюда заниматься благородным делом. Убивать. Да поглотит вас пучина. Якость босса. Дайте диван кому. Тут свейдить можно, выбежав. В кишке. Ну сагрите, босс, танк возьми, беги просто. Тело покинул. Уже водяная могила через 3 секунды, братва. Через 10 секунд хмур выкину. Что-то он нихуя не выйдется. Потому что затянуло 4 человек. Здесь вообще есть слесаря в рейде, нет? С кем я могу поговорить? Я. Помощь я тебе. Только я. Ты, блядь, ты только я. Ты не слесарь. Флайф, ты тоже не слесарь. Давай спроси давай. Что-нибудь у меня. Не спрошу. А что ты тогда базаришь? Скажи что-нибудь по-слесарски. Пойду курну. Ключ на 8. Да. Антон, ты типа проще скажи, что у тебя случилось. Дядя Богдан? Блин, короче, если кто-то шарит, короче, сегодня приехала тачка поменять ступичный подшипник. Короче, просто шрус. Наружный закис ступится настолько, что мы выбивали его 3.5 часа, мы, блядь, мы просто сожгли половину баллона ацетилена, ну, то есть автоген там по-русски, если говорить.
Мы просто херачили кувалды, и в итоге пополам просто распилили болгаркой ступицу, потому что хуй. Представляете, 3.5 часа. Не мог выбить подшипник? Нет, ступицу, понял? Получается, сам я шум, понимаю. Шлицы, а что, берешь, короче, блядь, берешь бородок, Антоша, и ебошишь нахуй падать. Я тебе говорю, мы кувалдой, блядь, херачили просто на отмашку. Ты представляешь, что на отмашку? Вы видите, Санста, кто остался в инсте? В любом рейте. То есть это просто так вот ты размахиваешься, блядь, от плеча вот так вот, и пошел бух на мой дом. Я думал, у меня ступ, двухстоечный подъем. Слышь, ты видел себя? Как ты можешь размахивать? Ты, блядь, легче кувалды весишь. Вася, ты чё, дурак, что ли? Ты меня не видел ни разу, блядь, даже фоток не видел. Не, ты чё, я тебя ВКонтакте видел, у тебя жопа ничего так. Да не, в смысле жопа ничего, я в целом ничего, я мне так атлет. Ты крутишь меня, блядь, пресс кубиками? 1.88 м. Ой, блядь, помолчи, пожалуйста, а, я тебя умоляю. Пресс кубиками, блядь. Сука, тебе сфоткать, что ли, она? Я тебе сейчас сфоткаю, знаешь, слышишь, свои вот кому-кому, мужикам, я тебе точно сейчас сфоткаю. Я сейчас тебе сфоткаю 2 шарика и отправлю в личку по WhatsApp. Слышь, кто там фоткать собрался? Он что, я сказал, что у тебя жопа ничего, он тебе на фотке как раз разводит. Всё, шарики, давайте, встаем, рейс идет. После рейда будет собрание, будем обсуждать, что к чему, там кому интересно, вопросы будете задавать. Короче, вчера смотрел Тоха это по WhatsApp'у там, ну, с Иллюжинов, кентами, как они Джайна убивают. Ебать мой хуй, тупо манекен вообще. Вер, тормози, я сейчас отойду на секунду, потом расскажешь. Ha ha ha!
Чё тишина такая? Все ждали, пока ты это говоришь. После этого я сойдем. Меня слышно? Отломку отрядили, теперь предлагаю только по факту. Комнату если зачистили, значит хорошо, если нет, зачищаем полностью, чтобы полностью не было ни одного монстра. Там с той стороны еще по-моему. А если есть бродячий монстр, его нужно убить. Да, там колонка убили. Босса только не сагрит, слева защиту. Войд, да, я чисто умрет. У тебя бока в маске есть? Налоги. Да не, нет, тут никого. Это ж вылупили. Отлично. Нет. Сейчас выпейте все фласки, желательно БК, чтобы ДПС у вас было овер много. Возвращаемся обратно. Стартуем отсюда же, где стоим. Войд, ДПМ прочитал? Да, читаю. Ответь что-нибудь. Перекиньте, пожалуйста, флайфи с АПК к нам. Все вроде бы тут, давай начинай тут рассказывать. Бафните, пожалуйста, фулрейт, значит, по тактике. Танк становится в черепе, точнее, кто у нас мейн танк, кто танчит босса. Есть два анхоли танка, которые на трэш, и один мейн танк, ты кто у нас? Микстурка мейн. Можно я предложу одну вещь? Нельзя. Дело в том, конечно. Блять, можно я скажу? Блять, можно ты не будешь орать? Ну, говори, я слушаю. Вот, дело в том, что у меня есть способность взрыв трупа. И дело в том, что я одним этим скиллом наберу агро на боссе больше, чем мейн танк за все время с начала боя. И есть такое предложение, то что я потанчу босса, и ближний ко мне пак мобов, и второй анхоли танк потанчит второй пак мобов. Мне все равно, кто будет застанчить пак мобов. Главное, чтобы все мобы были в черепе вместе с боссом. Чтобы ни один моб не попал в зону крест. Ни один. Я просто предлагаю сейчас два танка. Старый, давай спекайся. Да ты заебал. Давай спекайся, фаст. Идем. Давай, идем два танка, значит. Значит, у нас Винар, да, говорил сейчас, или Микстура? И Винар. И Винар, значит, ты тогда... Становишься вот сюда, где сейчас стоит Умора, приблизительно сюда. Хантнет тебя мисдиректом на пулевой босса. Когда босс доходит сюда, прям до тебя в миллизон, а тут так вот бочком бежишь, становишься спиной в череп. Чтобы босс креду стоял спиной. Вот здесь танчишь босса. А вся РДД зоны и хилы, кроме миликов, стоит крестик спиной, соответственно. Как стоит? Еще раз. Вот. Как сейчас вот чуваки стоят в крестике, вот так стоит весь рейд, кроме миликов. Вот в крестике. Босса ставить рожей в столб, я так понимаю. Да, босса ты ставишь рожей в столб. Вот сюда, лицом от рейда. Чтобы он к нам был всегда жоп. Значит, пуляем босса. Бьем. Выходит первый пак трэша. Продолжаем бить босса. Выходит второй пак трэша. Сливаем и так. Продолжается до, по-моему, 15%. На 15% ты начинаешь переводить босса от черепа к квадратику, от квадратика в луну. От луны в ромбика, от ромбика дальше, веточку. Все, я буду анонсировать. Делаешь это для того, что, потому что на последней фазе, когда у босса остается 15% хп, босс перестает кидать людей в ледяные сферы, которые будут, вот если видите, слева-справа от босса, вот 4 на стене, 4 такие этих штучки беленькие, вот там будут ледяные сферы, куда будут игроков закидывать типа такого водяного бака.
Вы стоите в этом бабле, вас оттуда выкидывают. Если вы видите, что вас продамажило больше, чем на пол хп, вы не бежите. Если вас почти не продамажило, то вы спокойно бежите и встаете. Если вы милик, продолжаете мить босса в милизоне под черепом. Если вы РДД хил, вы встаете в кресте. На 15% босс перестает делать эту обилку и начинает кидать на одного игрока рандомного одну большую сферу. Эта сфера начинает лететь с центра круга, и она летит очень медленно, пытается догнать этого игрока. Этот игрок вместе со всеми будет передвигаться вместе с рейдом от меточки к меточке, от меточки к меточке. То есть этим самым мы не даем больше одной сферы и не даем этой сфере дойти до игрока. Вся тактика на босса. Основная задача слить быстренько трэш, чтобы у нас была возможность убить босса. Потому что если мы не успеваем слить первый либо второй пак, выходит третий либо последующий на первый, то мы, скорее всего, не убьем босса, потому что тупо нехватка ПДП. Мора, просто говоришь, когда там один игрок в одином бабле сидит. Если их будет 4. Их будет, до 15% будет игрока 4. Будет кидаться 4 в один игрок. Хорошо, то есть если меня продамажило больше половины, я тупо стою и жду чего-то? Тебя подхилят. Угу. Но так как говорит практика, что здесь эти сферы не работают, то вас почти не дамажат. Как минимум это было на прошлом деле, так игроков вообще не продамажило, то есть снимало буквально 5000 хп. Это изи. В актуале... Зачем? В актуале осталось... Потому что если вы сделаете шаг во время землетрясения, вы умрете. Теперь смотри, Микстурка спрашивает. Я кидаю лужу, завожу этих мобов к танку, она переагривает, короче, на себя взрывается, да? Они, так как да, если, может... если она реально выдержит вот так вот агро всех мобов, то это вообще изи, потому что ну, если, например, агро... Ну, он выдерживает, если она да. взорвет трупы, то все будет четенько. Вторых мобов я попрошу рог, пусть они напуливают на Эвинар сразу. Если смотрите, значит, мобы будут идти с разных сторон. То есть тебе нужно кинуть лужу обязательно вот в нашу зону, в РДД-зону. Они не побегут к вам сразу. Они побегут вот с черепа, побегут мобы. Они на хилов сразу бегут. Да, они побегут с крестика мобы, побегут с центра зоны мобы. То есть будет три пака приблизительно. Они все бегут сразу в крестик. Сюда кидаешь лужу и забираешь нас мобов. Короче, сейчас вы раздуплитесь и все поймете. Чек на баф и на ФК на готов. Выпейте, пожалуйста, фласки на ДД. Здесь очень важен ДПС. Здесь ничего не важно, кроме ДПС. Ягра. Так, все готово? Подожди. У меня нет фласки старой. Ну, по СС-ам Локи также то же самое кидаем на Дилю и Ян. Да, Эвинар танчит. Не, здесь саппорта не нужно, здесь только ДД фласки. Так, давайте еще раз чек на пул, чтобы это было. Подожди, человек не в дискорде, у него пинг поднимается, я сейчас ему напишу, что делать. Да, я хорошо. Уже написал, не парься. Все, красавчик. Все, хорошо тогда. Танк на позицию, кто у нас хант есть тут? Арнальд, или Мизерект на Ивен. Да, хорошо. Никто не бьет босса, пока нам не поставил. Все, поехали. Пять секунд, два уже. Собираем трэш. Еще пак трэша идет. Заехали по мобу. Я так понимаю, глыбы не дамажат. Are you?
Опять сейчас будет трэш. Пала бэрить будешь? На, резать упала. Ну это бред, все, я лужу кидаю одну, а у меня КД идет, я в анхолике. То есть не было на пула второго трэша. Может быть двух рок взяло, я не знаю, контроль. Ну сейчас мобы вышли, типа агро все на хилах и шотом. Вот поэтому нужно три танка. Там СС, да, тут можно и в два танка, просто если на пола не было, то понятно, почему загрелся. Ближний трэш никого не убил, убил дальний трэш. Дальний трэш никто на пол не дал на него, вот и все. Дальний трэш выходит последним. Я могу его анонсировать, если нужно, для напульщика. У меня не откатывается, у меня нету 5 секунд на луже. А то он что, их в центре сложнее поймать будет? А, ну... Я не практиковал тактику боя в центре. Я не убивал по такой. Можно тактике? Я скажу, как мы их здесь убивали, потому что они точно так же работают. Все стоят под боссом, три танка, блин. Справа, слева и сзади. Точнее, и один на боссе. И ловят просто трэш. Здесь нужно в три. Там просто слишком жесткий ДПС был, тут такого ДПСа нет. Зачем делить на две группы, когда танки просто не могут стоять? Потому что здесь босс кастует землетрясение, которое всех куда нужно. Под босса может сбежаться и все. Или землетрясение, бьет. Землетрясение это есть тот спелл, который бьет исключительно под боссом. Хорошо, почему милики не умирают? Возможно, он не работает. Ну вот я тебе объясняю, потому что можно стать под боссом. Давай останемся под боссом, давай вводить в центр. И танков, и одного танка на босса, двух чуваков. Ты лагаешь, или я лагаю? Дискорд. Давайте попробуем под боссом поставить. Смотрим, дамажит, не дамажит. Все пускай в том сравнении. А зачем мы пожилого ДК отправляли спекать в анхолис 5? Там сейчас микстур. Потому что я делал там... Даже если он дамажит, в сравнении 16-200... Сколько там? 92 урона. Физуха, причем физуха режется. А для сравнения, вот берем, допустим, кого? Повелитель глубин. Так. Вот. На первом же будет черная звезда, не ваншот. 12592. Прохибывается. И единственное, нужно сдохнуть этот мобов, если давать, я говорю, все. Ладно, я тебя понял, поэтому очень сильно помогаю. Давайте мы сейчас попробуем шарить босс и бить его в центр. Трэш будет из трех патрон, будет идти соответственно в рейд. Придет он всему под моба одновременно. Дискорд, да. Видишь, пишет, не слышу половину. Так же, как и я тебя не слышу через слово. Дискорд, слушай, просто напуливай и бей трэш. Когда он вас... взял в воду эту воду, просто подождали, прибежали, все. Да, третий танк нужен. Сейчас не лагает. И пожилой ДК. И Винар, Микстурка, пожилой ДК. У нас же пожилой ДК танчил. Да. Бьем в центре, там, где стоит босс.
Трэш выходит. Их не просит, не сразу не вливаетесь. Да, как только трэш пришел, сразу не вливаемся. Продолжили играть в таргет. Через 3 секунды продолжили, начали играть. Когда теперь вы точно, теперь 100%. Хотя, в принципе, пофиг могила не дамажит. Вы вкинули в могилы, упали, сразу под босс. Умора. Не слышу. Умора, меня слышно? Один, два, три, слышно меня? Уже, да. Да, царь. Да. Слышно. АУЕ нужно вливать после третьего пака. До этого момента мобов никто не заливает. Эти все мобы будут на Эвинарсиде, так как она взрывом будет. Еще раз говорю, всех мобов Эвинар на себя заберет, если вы меня слышите взрывом. Если эта страта проверена, то хорошо. Давайте попробуем, да и все. Да, поехали. Что у нас там в Void? Пожило. Что, поехали, аспекулись, подожди. Смотрите, 2-5 танков надо, да? Или 4? Угу. Вроде 2. Это, сейчас Дискорд наладился. Вот сколько землетрясения, допустим, нанесло пол Эл-Рей. Так. Сейчас еще мастер. Землетрясение 9800. Оно вообще не бьет. А если бьет, то копейки. Ну, понял. Хорошо, прости. Так что смысла делить на две пати я вообще не вижу. Все, если у Винар так все хорошо с одним набором, оставить ее на трэш, а микстурка, допустим, поддержит босс. Винар трэш и босса. Если она снимет босса и он дыхнет в рейд, это будет очень плачевно. Босс таунтится? Да, вроде да. Так, она не будет первой по гору, если она с пула не начнет своих бомжей взрывать. Ладно, слишком много разговоров. Давайте бьем в центре, все стоят в одном кучке. Танк, босс, ну короче, за спиной босс. Сейчас прям бежим, просто отворачиваешь его на 180 градусов и все. Чек на пол. Ты мне сказал, что делать вообще? Чем мне делать? Я ориентирую, да. Ты этот старый собираешь трэш прям под боссом. Угу. Кидаешь в лужу. Так, все, все готовы, даю добавим пул. Или дайте кто-нибудь мне этого макроса. На слове атака все бежим. Побежали. Ставь его там, в центр заведите. Куда он побежал? Да ладно, без разницы, иди бей. Под босса все. Под босса все зашли. Кроме хантов, все в луну, пожалуйста, зайдите. Прям один. Хила Берти. Играем по боссу, играем по боссу. Не бьем. Сейчас третий пак уходит и только тогда выливается. И опуливают, и только на пульщика уйдешь. Третий пак вышел. Нет. Я думаю, нужно уже АУЕ заливать, потому что он набрал. Что-то мне кажется, он и не выйдет. Но скорее всего, вышел. Где ты стоишь? Все, заливайте. Он там два пака вместе вышел. Ловить.
Пока не сзади тра. Нет, это вроде потрясение вообще не дома. Так, БР еще есть? Это подозреваю, что нет. Напиши Чуаню, чтобы поднял друида, Босса подведи прям вот под босса, чтобы они могли кливить. Милишник, потому что милишники вообще не кливают здесь. Да, вот так вот стоит. А когда трэш будет выходить, просто выходи вперед и забирай его. Чтобы не убил вот так вот, что сказал. Внимание, там в сфере. Через сколько там мобы? Я написал Чулан, он дал БР. Но я так понимаю, она стала землетрясение и сразу умерла. Выйди, выйди, мол. Все. Слови. Не ауешь. О, это что за буколос идет? Это нормально? Понятно, ну у нас мы. Короче, это лайф. Ну, свичнитесь в трэш. Гоп, со мной Тоха, меня портануло. Ничего, приди в центр. Обратно, где стоял подвоз. Нам оба большого метку дайте. Нет, нет, мы не убьем, он ауешкой глупит. Да просто метку повесьте, чтобы мы потом его нашли и убили. Да уже да. Отлично, молодцы. Вот видите, босс так и убивается. То есть, ну... Да, видишь, нет, я просто ж не знал, что здесь землетрясение не продамаживает. Да и ничего, оно даже если оно продамаживало, оно выхиливается. Оно не ваншотит. Единственное, что я хочу сказать, маленькую поправку. Танк, который ловит сзади трэш, после того, как мы залили вот этот вот трэш, выходи и стой чуть позади. Слушай, а что, трэш надо ауешить, да? Да. Да. Только сейчас смотри, как будем делать, значит. Выходит первые три пака. У всех 100 дамагу, трэш много, а у меня нет. Сейчас выходит первые три пака. Мы начинаем заливать трэш. Когда я скажу стоп ДПС по трэшу, мы играем только соло таргет, без АУЕ, кроме напульщиков. Свичимся в трэш только по команде. Чтобы не было такого, что, как я сейчас, например, кинул, блядь, 7 порчи, и, блядь, вышел пак, и меня въебался. Тут самое главное, чтобы ДПС, как бы, педали не жали и не срывали. Тут хилить нет. Вышел пак, вовремя. Пак, который вышел сзади. Понимаешь? Вовремя давать АОЕ нужно просто. Нет, это вышел следующий пак. Ну, я короче, Тиверис. Вас никто не интересует, почему Ардру упал два раза? Где она стояла? Они взрывные волны убили, два раза причем. Значит, она стояла далеко от рейда. Еще раз, танк, вот этот вот пожилой, выходи, пожалуйста, за рейд. Да выйду я, давай еще все. Пять раз скажи, господи. Стойте, масс-рез. Масс-рез, ланча, да. Шурма, Дерек. У вас знаете, какая ошибка? Вы не поставили метку, где должен стоять босс. Поставьте сейчас одну метку, где будет стоять босс. Все, сюда его сейчас приведем, босс. Давай я расставлю метки. Сейчас пан зайдет на ДКшника. Это уешите. А уе побольше? Я уже зашел, пати. Вам дамага хватает. Пошлите колосса бить. Или давайте ждем его. Сейчас. За хил рейда, давайте быстро за хил рейда. Сразу дистанцию держите, он на весь рейд бьет. Давай сначала можешь бафнуть. Засуманьте меня. Слишком далеко убежал. Начал. Ну рез, все. Тыкните. Моба приведу сюда, где крестик. Тыкнуть. Смотрите, моба привожу, где крестик. Распределяйте хилы по углам, все, чтобы в одну точку не бежали. Еще раз тыкайте. Всего рейда был. Еще раз тыкайте. Да я засумонил, блядь. Колосса. Все, расходимся. Тыкни, Лен. Хант, отойди, пожалуйста, чуть подальше. Милики, отойдите. Дистанцию держим. Хилить некого. Три хила есть, их хватит.
Дикость, близко ко мне стоишь, отойди. Сейчас оба сдохнем, нормально. Все, отсюда бей. Шаман, хиль себе. Второй танк забрал. Прожмись, старый. Да. Не знаю, добивайте. Подождите, не сбегайтесь, чтоб чума спала. Вроде спала. Это, ребят, смотрите, весь рейд... Нихуя, чё у меня косточки не оставили? Ребят, весь рейд будет стоять в зеленой метке. В красной метке будет стоять босс. То есть, соответственно, танк где-то вот здесь вот будет стоять. А в синюю метку будет ДКшник отбегать и забирать там трэш. Все. Вся тактика, изи босс. Еще на, раз. По-моему, 25 или 15%. Ох, ты АПКшишь или что? Я писал же, сумоньте. Да я тебе 3 раза, блядь, сумонит, там дрочишь или что? Нету, ни одного раза не было. Пиздина. Вот на 25%. Все, можно сказать? Что-то я никого не слышу. Все молчат. Ну, по-моему, царь хотел что-то договорить. Ты про вторую фазу сказал? У него 20%, по-моему. 25. Или 25, да, 25%. Он будет кидать дебаф, который нужно будет диспелить. Или нас будет по КД откидывать в этой воронке. А них надо каких-нибудь... Давай, Шансунг и... Доктор Кокс. Вот. Что нужно делать? Диспелить. Будет кидаться дебаф, я не помню, как он называется. Это болезнь как... или... Это магическая, по-моему. Что-то я не видел такого, ладно, посмотрим. Потому что он после 25% будет появляться. Алиса, ты босса держишь, какая разница? Он бежит сзади, справа, слева, из дальних точек. Потом он, если будет подходить, он вот к одной точке собирается, его забирает там. Здесь это диспелится, извини, что перебил, диспелится гранула? Я не помню, как этот дебаф называется, честно. Но вы увидите новый дебаф в этом, на фреймах, и его вот надо диспелить. Все. Ну, ничего страшного, мы не потеряем, в принципе, если не будем, но... Кто еще раз на боссе? Винар на боссе. Пускай будет. А я спех на секунду. Все, я готов. Даже если она заберет на себя несколько мобов, это ничего страшного. Я где? Снизу, сверху? А, ты сверху. Гуляй на! Снизу у нас ДКшка идет. Варен, хп крик не забудь. Герман на вторую фазу оставляет. Все под босса сойдите, все под босса, Виби под босса. В зеленую нет, как хуя. Говори там сколько ДПС, потому что у меня ДБМ нет, я не вижу. Не ауешь. Играем по боссу. Дали на пол, залили ауе.
Стоповые. Только вопрос, да. Ждем следующий файл. Три секунды будут. Не бьем. Задних. Но они все равно агрятся на хилов, без напула я не могу. Можно выделить ханта туда, не вступать. Заливаем. Ханта или рогу выделить. Да, лучше хант. Как первый трэш вышел, хант разворачивайся и даешь на пол по живому. Он может просто... Тихо-тихо, стоп хил по рейду. Как выйдет трэш, потом продолжите хил. Еще не хилим, стоим. Хилим. Все, забрал. На пуле. Все, давайте, увешу. Я же могу не вас пройти? Стоп ауе, стоп хил. У него имперса есть вообще здесь? Да. Не хилим. Про хил же. Хилить. Давайте ауе. Мобов желательно отворачивать, либо они либо бьют и вешают. Но она немного бьет, но... Они все на Эвенару ходят. Ничего страшного, она не просыпается. Я тебе просто говорю, не надо отворачивать ничего. Стоп, ауе. Соло тоже. Стоп хил. Не хилим никого. Забрали трешку. Инер поделили, да? Хилим рейд. Стоп АОЕ. Без АОЕ. Соло там. Стоп хил. Возложение по воину. Стоп хил. Хил. Ребят, зачем вы их замораживаете? Достало. Я встану, если что. Я забрал. Ауешим. Или на рапе. Сколько там диберсий? Расскажите. 5 минут. Да вы успеваете. Так. Стоп хил. Танки забрали. Арнальд. Литорис, пиздец. Хилим рейд. Далее он. Лен, Боря, подними. Дали бафа по ханту живее. 31%. На ману читать, потом хилить нормально будет.
Давай, читай. Шансон, дай мне ману. Даю, даю ману. Команда темп. Темп шама. А чё по проценту? Моба когда? 28. Так, стоп АОЕ, стоп АОЕ, стоп хил. Там там 28. Тайсильте меня этот напуливает мучачи, все нормально. Тут не только тебе дело. Все, поехали, по-моему. Быстрее, старый, подводи. Так, 25% полетели. Нет, слишком быстро. Геру, давай. Все так же? Старый, Т4. Шары, ничего с ними сейчас не сделаем. Они слишком быстро. Сейчас все прохиливаем. Просто Геру заливаем. Еще трэш будет, да? Да. Да, будет, но до конца будет. Трэш будет до конца. Угу. А можешь мне ловить шары или не надо? Нет. Их просто надо диспейлить. Трэш вышел, трэш. Трэш. Дайте Т4 ДКшники. Да. Дэв какой-нибудь. Тупо в босс играем. Играем только в босс. Трэша вроде не будет больше. Будет, будет трэш. Будет, если не успеет забить. Успеет добить. 30 секунд одного трэша. Да, будет. 10 секунд от трэша. Потому что мы АУЕ начинаем лить, блин, вместо того, как солдар играть. Потому что чуваки бит ДПС нагоняют, наверное. Да, ты чё, надо в рекламу посмотреть. Трэш. Да всё. Добили, всё, молодцы. 23 кдпс. Молодец. Нихуя, какие ноги надо. Я так старалась, господи. Всё, меньше флота, быстренько рольте. Войд, забирай, давайте рольте и полетели отсюда в око. Портал попробовать. Чем тут ещё тонна боссов осталось? Приоритет Т5. Можно попробовать первого босса убить, но на него... Мы его убьем, его не нужно пробовать. Если у нас есть анхолер Т5, мы его убьем. Но я уже проснулся в шатрах. Ладно, давайте в око пойдем. Ну, войти в откуки. Антон, он скрыт недолго осваивать, или он тоже простой по механике? Я это... Войд, один вопрос. Мы же вроде договаривались, что только Т5 ролим, нахуя нам все подряд... Остальное ну, пускай люди же... сами ролят. Да нет, слишком нет, много нет, будет все проблем. Так же само. Так да, же, да, все, да. Чтобы не было проблем никаких, два рула и все, ну, чтобы... Ну, все, вопрос не имею. Ну, то война на говно всякий рол идет. Квит меткость, это как ссылка на эту следи. Там только вместо квита фаст. Полетели. Давайте хотя бы потраем, чтоб люди знали, что этот босс вообще умеет делать. Т5 вот так давно какое-то сролить. Такой... Значит, потраем, давайте убьем. Ну, само собой, убивать будем. А, первый...